Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы благодарим вас за то, что вы снова с нами, с Библиотекой иностранной литературы, Центром славянских культур и Болгарским культурным институтом в Москве. И я рада представить для вас нашу сегодняшнюю новую рубрику, которая называется «Новая болгарская музыка». Мы представляем наших дорогих гостей, музыкантов. Это Надежда Цанова, фортепиано. Надежда, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня принимаете участие в нашем эфире. Здравейте, благодаря за поканата. Спасибо за приглашение. Добрый вечер. И Петр Македонский, труба. Молодые, но признанные музыканты. Петр, добрый вечер. С нами сегодня в студии эксперт Болгарского культурного института, организатор мероприятий «Болгарские сезоны в иностранке» Майя Проматарова. Майя, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Искусствовед Валерия Федотова. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер. Добрый вечер. И замечательный переводчик, который вы уже знаете по переводам в новом болгарском романе, Мария Ширяева. Мария, добрый вечер. Здравствуйте. Я очень рада, что наш сегодняшний вечер проходит в такой теплой компании между двумя странами, между несколькими городами. Наша география постоянно расширяется. И действительно, как мы уже написали в анонсе, для наших музыкантов Надежды Цановой и Петра Македонского нет ничего невозможного не только в музыке, но и даже в таких географических перемещениях. И они сегодня готовы выступить перед русскоязычной публикой, да и вообще перед всем миром, благодаря порталу Культура РФ. И для более интересного представления наших гостей я передаю слово Майе Проматаровой, эксперту Болгарского культурного института в Москве. Маечка, тебе слово. Спасибо большое, Катя. Уважаемые дамы и господа, обычно 1 ноября мы делаем концерты под надсловом «Новая болгарская музыка». Мы их делаем в концертном зале «Чайковский, Москва». И это началось несколько сезонов назад. Мы приглашали квартеты болгарские, квартет «Фрош», квартет «Филармоника». Мы приглашали дуэты, как дуэт Виктории Василенко и Атанаса Крыстова. И в этом году мы мечтали буквально, такое сильное желание было пригласить замечательнейший дуэт Надежда Цанова, фортепиано, и Петр Македонский, труба. Но, как вы знаете, не все желаемое в нашем турбулентном 2020 году получается так, как мы желали. И мы придумали с нашими партнерами из Центра славянских культур такой формат онлайн-мини-концерта. Чтобы вы знали немножко больше о наших музыкантах, мы с ними сегодня и поговорим. Что вообще, в принципе, не отменяет концерт. Мы сильно надеемся, что наши уважаемые гости все-таки в марте приедут. И вы, подогретые сегодня нашей встречей, все придете, или, по крайней мере, те, кто смогут, на концерт в музее Чайковский, Москва. Замечательно в этом дуэте, что у каждого из обоих, и у Надежды Цановой, и у Петра Македонского, была выдающаяся солистическая карьера. Они выступали во многих европейских странах, и также в Китае, в Японии. Действительно большая география. Начнем с Надежды. Она, в общем-то, выросла не в музыкальной семье. Но как-то ее мама однажды заметила, что ребенок достаточно шумный, достаточно такой живой, скажем, сидит тихо только, когда слушает музыку. И мама решила повести девчонку, чтобы ее поняли, насколько у нее есть музыкальные способности. И так у нее появилась первая учительница Славова, а потом большущий шанс у Надежды Цановой было, когда она встретилась с Еленой Юльяновой, педагога, который сделал одну из самых лучших детских клавирных школ в городе Кызылык, родном городе Надежды. После чего Надежда уже без каких бы ни было проблем поступила в Национальную музыкальную академию. Там у нее был другой профессор Стелла Димитрова-Майстерова.
Закончив академию, Надежда решила продолжить свое обучение. Она его продолжила в Брюсселе, параллельно училась в Париже. Начались ее выступления по миру, начались призы. И реально Италия, Германия, Франция, Бельгия, конечно, Болгария были страны, в которых она выступала. Совсем иной была биография Петра Македонского. Он из семьи трубачей. Нечто более. Его дед Петр Карпаров является вообще-то основателем школы трубачей в Болгарии. Сын Петра, то есть отец нашего героя Петра, тоже профессор и педагог, но и трубач нашей Национальной музыкальной академии. Насколько я знаю, он был учителем Петра. У Петра есть брат, который трубач, и мама, которая бьет, ну, в общем-то, играет на ударниках. Вся такая семья музыкальная, и как в этой семье не стать музыкантом, хотя Петр начинал, по-моему, тоже с идеей быть на перкуссии работать, потом перешел к фортепиано и в итоге вернулся к этой семейной традиции трубача. Можно много рассказывать о них обоих, но для меня самое замечательное, что это два великолепных музыканта сделали свой дуэт. Они его сделали недавно, несколько лет назад, но еще в первый год, как они его создали, они получили 5 международных призов. Первый был гран-при «Земля и люди», и потом дальше, и во Франции начались призы, и Болгарского национального радио они получили приз «Музыканты года» за 2017 год, как за ансамбль. И мой первый вопрос. Почему такие выдающиеся, замечательные музыканты решили создать дуэт? В чем была причина? Какова ваша причина-то? Два массолистичные музыканты, как у вас, да направят дуэт. Какова ваша повода-то? Да, здравейте. Ами, аз ще започна. Смятам, че за един музикант е много важно да се развива в... паралелно, както в солистичната си кариера, така и в ансамбловото музициране, защото това е много важно да се научиш, да следиш, да усещаш, да се съобразяваш с един друг музикант, в случая ние сме двама. Разбира се, двамата работим и в други формации, дали в трия, квартети. Ето сега ни предстои един концерт, който ще бъде, в който ще свирим в септет и двамата ще участвам. Я извинявай, что ты прекъсвам, нали, така, да съм по-точна. Я думаю, что для музыканта, для каждого музыканта очень важно развиваться параллельно, следить за своей сольной карьерой, а также участвовать в каких-то формациях, будь это трио, квартет. Сейчас, например, кроме нашего дуэта, мы участвуем и в других объединениях. Сейчас нам предстоит квартет в септете, и мы вместе с Петром будем там играть. Смятам, че и двамата с Петър продължаваме много сериозно да развиваме солистичните си кариери, но разбира се, да работим в дуо и то толкова успешно дуо е едно удоволствие, което смятаме също да развиваме за напред. Я думаю, что мы с Петром не забросили сольные карьеры, даже наоборот, успешно в них участвуем, их развиваем. Но работать в дуэте для нас удовольствие, и я думаю, что мы хорошо справляемся. Петър? Здравейте, понеже на мен ми прекъсна интернет и чух от средата, Надя. Какво? Да, поскольку Петра немножко интернет прервался, он только Надя с середины слушал, но что-то дополнит. Но... това, че всъщност един концерт преди 10 години ни свърза с Надя, ни запозна, така като музиканти, смятам, че беше така едно от най-важните неща и за двамата, които ни се случиха. Но я думаю, что для нас обоих было очень важным событием, что один концерт нас познакомил и связал. Тъй като 10 години по-късно направихме това дуо, с което така успяхме да се срещнем и с много нови музиканти. Спустя 10 лет мы создали вот этот дуэт, благодаря которому мы смогли познакомиться и с другими музыкантами. Един от така най-важните хора, с които ни срещна нашия дуэт, това е Росен Идялов, който е преподавател по камерна музика в Националната академия.
И одним из важных людей, благодаря дуэту, который познакомился с нами, был Росен Диалов, он преподаватель в музыкальной академии. Който и на двамата никога не ни е преподавал, докато бяхме в академията ученици, но после отделяше специално време да се среща с нас, когато го помолихме за странично мнение и за човек, който да ни слуша отстрани и да ни помага в концепциите. Этот человек не был нашим преподавателем, когда мы были студентами в свое время в музыкальной академии, но потом уже, когда мы с ним познакомились, его нашли, мы попросили слушать его нас со стороны и давать какие-то советы, нас направлять, что он делал. Да, тогава с него, смятам, че двамата с Надежда и благодарение на Росен, успяхме да разберем, че за красотата на камерната музика, че това не е просто, как да кажа, задължение, което често пъти в консерваторията, в висшите учебни заведения се приема като просто като някакъв час на обучение. Благодаря Росену, и мы с Надеждой, мне кажется, точно именно тогда успели понять, что камерная музыка — это наслаждение, это не какая-то обязательная часть программы, как обычно это воспринимается в процессе обучения. Росен успя да ни накара да заобичаме наистина камерната музика и това да ни направи всъщност по-добри музиканти в нашата солова кариера. И Росен показал нам камерную музыку совершенно с другой стороны, он заставил нас ее полюбить, а это отразилось и на нашей сольной карьере. Благодаря, Росен. А мне кажется, что Росен является внуком замечательного актера Идеала Петрова. Это правильно я говорю? Да. Ну, в общем-то, это такая тоже династия, хотя актерско-музыкантская. Я еще дополню, что наш герой Петр Македонский, первый трубач в оркестре Болгарского национального радио, и он ее Надеждой как индивидуальный солистический исполнитель, и как дуэт очень много записей в Золотом фонде Болгарского национального радио. И в этом смысле это, они являются такими, ну, создают некий золотой архив болгарской музыки. И я бы захотела задать еще один вопрос. Вы оба не только занимаетесь дуэтами, не только сольными карьерами, а вы работаете в разных жанрах. Скажем, у Петра Македонского участие в джазовых формациях, как мистер Брас, а недавно у Надежды Цановой я видела спектакль, в котором она работала в синкретической форме вместе с балериной. Почему вы работаете, что вы ищете в этих других пространствах? Мои вопросы. Вы работаете не само в сольной си карьере в оркестре, не само в дуэта, а правите и неща, да кажем, Петър в джаза, Надежда с балерина в синкретичните жанрове. Каква е причината да търсите в толкова различни посоки ваши музикален език, да го наречем така? За мен това беше нещо ново. Смесването на изкуствата, всъщност класическа музика, поезия и балет. Занимавам се с това нещо от може би 6-7 месеца с изключително удоволствие. Смятам, че по този начин самото въздействие на отделните изкуства, събрани в едно цяло, става много по-силно, много по-въздействащо за самия зрител. Освен всичко, самата аз като музикант изключително много се обогатих, съдействайки, работейки заедно с първо с такава голяма прима балерина, като Веса Тонова, с която аз направих тези спектакли, и с актрисата Йоана Буковска-Давидова, която също е една от най-известните български актриси в момента. И тук ще те прекъсна, извинявай, чувам имената. Для меня это было что-то новое, но мне кажется, соединение различных видов искусств, в частности музыки, поэзии, балета, более воздействует на зрителя. И я как музыкант это почувствовала и на себе, и это позволило мне тоже развиваться. Кроме того, такая известная балерина Веси Тонова, а также актриса,
Още веднъж да повторя. Йоана Буковска. Йоана Буковска, да. Все это соединилось с музыкой и создало что-то неповторимое. Для меня это была еще одна ступенька в развитии. Всъщност, това върху което акцентирахме ние с този проект беше всъщност участието на жените в изкуствата по време на романтизма, за това и поезията, всъщност, която включихме в този спектакъл е на Емили Дикинсън, на Мара Белчева, на Анна Ахматова. Съчетахме го с музиката на романтиците Шопен, Лист, Чайковски и съответно с прекрасната хореография, авторска хореография на Веса Тонова. И по този начин искахме да покажем жената като едно, как да кажа, един събирателен образ, който влияе по всякакъв начин на изкуствата. Върнахме се. Этим своим представлением мы хотели акцентировать роль женщин в период романтизма, потому что в наше это синкретическое представление были включены стихи Эмили Дикинсон, и Мары Белчевой, и Анны Ахматовой. Мы использовали музыку романтизма, это был Фредерик Шопен, и авторская хореография Веси Тоновой создала такую неповторимую атмосферу, которая показала, насколько женщины участвовали в этот романтический период, и как они гармонизировали, гармонично сочетаются вообще с музыкой и со всеми видами искусства, взятых вместе. И да завърша като цяло, за мен съчетаването на тези изкуства беше едно обогатяване. Същевременно аз продължавам да се занимавам и да развивам солистичното си изкуство, но като индивид, който се развива, смятам, че беше прекрасно това, което се случи и се надявам и видях, че от голямата аудитория, която гледаше този спектакъл, вярвам, че беше прието много добре. Для меня, прежде всего, это было обогащение моих каких-то экспериментаторских способностей. Я продолжаю сольную карьеру, но я видела по интересу аудитории, по отклику на этот спектакль. Я занимаюсь вот этим синкретическим жанром 6-7 месяцев, и я вижу, как это интересно публике. И для меня это был очень ценный опыт, и я надеюсь продолжать. Петер? Нет связи, наверное, да? Петер? По-моему, нямаме връзка. По-моему, нет Петер? Связи с Петром. Хайде тогава... Петер, да, сега вече да. Добре. Извинявайте, просто точно когато трябва да отговарям. Да, связь опять прекратилась, именно когда надо было ответить, что-то зависло. Тиси. А смяты. По-моему, еще нет связи. Мы ждем связь с Петром. Я спрошу еще Надежду тогда. Надя, ты също правишь программы, които са свързани по някакъв начин с взаимодействие с деца. Аз гледах един много интересен спектакъл върху Сен-Санс. Знам, че я спрашиваю Надю, как она работает, кроме в дуэте и в сольной карьере, с детьми. У нее есть такой экспериментальный опыт, какой есть и у Петра. Аз мисля, че Петър е на линия вече. Ама разкажи. Здравейте. Добре, може Петър да продължи с различните жарове и за работата с децата тогава. Ами аз от малък винаги съм харесвал джаз и поп-музика. Так, с детства мне очень нравился джаз и поп-музыка. Ну, в общем-то, я тогда продолжу. Он действительно всегда любил и джаз, и поп-музыку, и фьюджен, и... Я не знаю, какие все жанры музыки ему интересны. И,
Петер, ты нас слышишь? Нет, еще? Да? Ну, да. Может быть, пока Надежда ответит. Петер, что вышли они? И, в общем-то, он сделал... Да, вече, да, продолжай. До джаз, фьюджен, джаз, давай. Да, и почнах да се занимавам с любимата си музика така, в един момент, обаче напоследък все по-малко имам време, тъй като в филхармонията и в радиото така са ми погълнали цялото време, както и с соловата кариера, разбира се. И я стал заниматься своей любимой музыкой, но в последнее время у меня все меньше и меньше времени остается на это, потому что и радио, филармония, и сольная карьера, все это нужно развивать, и на любимую музыку времени почти не остается. Я думаю, что мы опять зависли. В общем-то, благодаря большому моего увлечению джазом, у него есть такая формация, которая называется «Мистер Брас». Я, насколько знаю, эта формация играла октеты такого композитора Румена Бояджиева-младшего. А сказав, что имаешь она формация, която се нарича «Мистер Брас». Расскажи за нея. Чувате ли ме сега? Да. Расскажи за «Мистер Брас» формацията. Мистер Брас бе създадена преди, вчера се навършиха 11 години, между другото, което е честит рожден ден на мистер Брас. Да, мистер Брас была создана 11 лет назад, и вчера она праздновала 11-летний день рождения. С днем рождения, мистер Брас. Ура! Това е всъщност една формация, създадена между няколко човека, които бяхме от музикалното училище в София. Димитър Стоев, тромбон, който сега свирим заедно в радиооркестъра, бас-тромбон на радиооркестъра. И эта формация объединила несколько учеников музыкальной школы Софийской. Это Петр Стоев на тромбоне. Играем мы вместе с ним играем. Димитър Стоев. А Димитър? И Красимир Костадинов, който пък е първа валдхорна на Софийска филхармония. И Красимир Костадинов, который на валторне играл первый валторне в филармонии. Идеята беше да свириме така камерна музика, пак да правиме камерна музика, неща, които не са правени, тъй като това е един изключително нестандартен октет, брас-октет, който е с два тромпета, два тромбона, две валдхорни и туба. И это очень нестандартный октет. Наша идея была заниматься камерной музыкой, играть те вещи, которые никогда никто до нас не воссоздавал, потому что и состав музыкальных инструментов очень нетрадиционный. Да, и всъщност така първият човек, който застана зад нас, е и същия композитор, който застана няколко години по-късно зад мен и Надежда, Румен Бояджиев син. И за нами стоит композитор, который нас, Надежда, тоже поддерживает. Это Румен Бояджиев сын. Това е така млад композитор български, който винаги подкрепя младите изпълнители, се стреми да пише нова музика постоянно. Той написа произведения за нас като дуо с Надежда и тогава с мистер Брас направи няколко произведения, написа концерт за брас-октет. Это молодой болгарский композитор, который стремится поддерживать молодых исполнителей, пишет специально музыку для молодых исполнителей. Он написал для нашего дуэта что-то, и для мистера Браса тоже старался участвовать с композициями. Дори да изнава една тайна на Надежда и предстои да прави премьера на него в концерт за пиано. И даже я выдам одну тайну, секрет. Надежде предстоит премьера, показать его концерт, симфонию. А в този концерт, между другото, който много се надявам да направим през новата година, освен че аз ще направя премиера на първия клавирен концерт на Румен Бояджиев син, в този концерт също ще бъде включен и концерт за тромпет и оркестър на Васил Казанджиев, на академик Васил Казанджиев. Това е един друг български композитор, който... Ние сме във връзка с него от няколко години, работим заедно, имаме посветена соната за нас за тромпет и пиано.
Ние щяхме да изпълним и няколко негови творби при нашето посещение в Москва. Надявам се това да се случи през месец март, разбира се. Както и вие малко по-късно ще чуете една токата от него, само за соло пиано. И кроме этой премьеры, где я буду исполнять партию фортепиано в концерте Румена Буйджиева, надеюсь, что в новом году удастся это все исполнить, будет включена и композиция Казанджиева, это еще один известный болгарский композитор, и нам посвящена соната, будет исполнена на этой премьере концерт для трубы и оркестра. Надеюсь, что в Москве в марте в культурном институте удастся концертном зале музея Чайковский Москва. С помощью культурного института, да, при участии удастся организовать вживую уже вот эти вот исполнения. Еще наша аудитория сегодня услышит в маленьком концерте после нашего диалога токату в исполнении Надежды Цановой. Я еще хочу вернуться к болгарской музыке. У вас, кроме Румена Байджиева сына и Васила Казанджиева, другие композиторы существуют в вашем сольном репертуаре? И какова причина включать болгарских композиторов, особенно когда вы выступаете вне страны? Какая причина-то? Още композитори вие сте включвали във вашите композиции, било солни концерти или в концертите ви като дует? Мога ли този път аз да започна преди да ми е спрел интернет? Да. Просит начать, пока еще есть интернет. Пётр включился. С Надежда скоро имахме концерт с Врачанска филхармония, който програмата беше изцяло от българска музика. Надежда, мы участвовали недавно в концерте на филармонии в Враце, города Враце, и целая программа была из болгарских композиторов. Да, аз направих премьера на един концерт на композитора Стоян Бабеков, а Надежда Цанова направи на Венцислав Мицов концерт за пиано, направи премьера. Стоян Бабеков была моя премьера, а Венцеслав Мицов, Надежда, участвовала в премьере вот этого концерта. Искаме да се похвалиме, че преди няколко дена този концерт спечели така наградата на зрителите на Българската национална телевизия като културно събитие на месец октомври. Хочу сразу похвастаться, что несколько дней назад этот концерт, эта премьера выиграла награду зрительской симпатии за месяц октябрь. Което за нас, освен че ни прави щастливи като изпълнители, като участници в този концерт, говорихме си с Надя, че много ни радва факта, че българската публика, която гледа националната ни телевизия, избрала класически концерт и то с българска музика за културно събитие на месеца. И кроме самого факта, что мы выиграли эту номинацию, для нас вообще с Надей, мы это комментировали между собой, для нас вообще радостный факт, что зрители болгарского национального телевидения выбрали в качестве культурного события классическую музыку. Может быть, това е една малка светлина в тунела. Может быть, это и есть свет в конце тунеля. Надя? Ами, какво да добави, освен, че където и да пътуваме, дали в Чикаго, когато сме свирили с филхармонията на Илинойс, дали когато бяхме гости на Френското национално радио, дали в България, във всичките градове, в които сме гостували, ние винаги в програмите си свирим български композитори, както и една от нашите коронни пиеси, с които обикновено завършваме нашите бисове. Хоро стакато, като аранжимент отново на Румен Бояджиев син, която е приета с невероятен успех, аплодисменти. Винаги залагаме малко или много на българската нотка в нашата програма. Что мне еще добавить, говорит Надежда, куда бы мы ни ехали, выступаем ли мы в Чикагской филармонии Иллинойс, или ездим и гостим у национального радио в Франции, а может быть ездим по городам Болгарии, все равно мы всегда стараемся включить в свой репертуар болгарскую музыку. И последнее наше коронное исполнение — это стаккато Румена Буйджиева, сына. Мы всегда его включаем в конце, на бис выходим с ним, и просто стараемся как-то разнообразить программу и не забывать о болгарской музыке.
Я имам вопрос. Давайте дополним немножко наше представление. Эти два нестандартных человека, которые сделали такое неожиданное и очень выдающееся уже дуо, работают и с молодой аудиторией. Конкретно у меня вопрос к Петру об его программе «Fortissimo Class». Конкретно с Петер Питом, за работу тому с в програмата Fortissimo Class. Fortissimo Class, това е една програма, която е за запознаване на децата в общообразователните училища с музикалните инструменти. Fortissimo Class – это программа знакомства детей в общеобразовательных учебных заведениях с музыкальными инструментами. Никога целта на програмата не е била да привлича деца, за да ги прави музиканти, а просто да знаят децата кой инструмент, как се казва, как изглежда, как звучи и защо звучи така и как. Нашей целью никогда не было привлечение детей в ряды музыкантов, сделать из них там профессиональных каких-то солистов. Мы просто хотим им показать музыкальные инструменты, показать, как они звучат и почему они звучат таким образом. Опитахме се така с мои колеги, които също работиха в програмата, по най-лесния и забавен начин. Казвам забавен, защото за децата е много важно да се отпуснат, когато комуникират с непознат човек. С моими коллегами мы попытались представить это в легкой, забавной форме. Почему говорю забавной? Потому что детям очень важно чувствовать себя расслабленными, спокойными, когда они общаются с незнакомым человеком. И благодаря на тази программа забелязваме всъщност, че има доста нови млади хора, деца с родителите си, които идват на концерти на Софийска филхармония на Националното радио. И благодаря этой программе я уже вижу по зрительному залу, что в него приходят и дети со своими родителями, и в Софийскую национальную филармонию посещают уже ученики с их родителями. То есть молодые люди также интересуются, начинают интересоваться классической музыкой. Программа-то вече продолжава над 10 години, со сигурност. Дори знам и за дечица, които пък са проявили интерес да почнат да свират на музикален инструмент. Програма уже длится, извинявай, это более 10 лет. Нам даже известны такие примеры, как дети, посещая вот этот класс, начинают интересоваться музыкой и начинают хотеть играть на каком-то музыкальном инструменте. Много важна програма, според мен е, много важно, че се случи в България точно в такъв период, в който наистина публиката в България се води като застаряваща, нали, винаги по-възрастни хора ходят на нашите концерти. Според мен тази програма е много важна, че се случва в този момент, за да може да подготви следващите поколения да ходят по залите и да слушат концерти. И очень важно, что эта программа появилась в Болгарии, стала развиваться именно в тот момент, когда стали говорить о стареющих зрителях, стареющих посетителях и музыковедах, да, которые ходят и наполняют эти музыкальные залы. И программа появилась в очень точное время, чтобы сформировать какую-то культуру, подготовить следующее поколение слушателей и зрителей. Мы уже начали говорить о публике, о проблемах. У меня вопрос к Надежде и к Петру. 2020 год был очень, ну, еще продолжает быть, ну, очень тяжелым годом для всех концертирующих музыкантов. Как вы справляетесь с вызовами перед музыкантами, кроме того, что делаете онлайн-программы, образовательные программы? Как вы справляетесь, как вы пытаете на музыканта во время того, когда концертные залы или затворены, или с много ограниченным количеством аудитория, и с катучили някъде в миналото пълните зали с аплодираща публика? Ами, знаете ли, аз вярвам, че в едни такива времена, в които е много трудно изкуството да просъществува, музикантите, артистите като цяло проявяваме една такава по-изострена и финна чувствителност и започваме да търсим всякакви възможности и начини ние да поднесем това, което правим на хората. При положение, че в момента е доста трудно да го правим това наживо в зала, намираме вариант да го правим онлайн. Разбира се, ние имаме нужда
от живото изпълнение, от публика на живо, защото това е сцената за нас, ние не може да живеем без това, но онлайн концертите за момента са нещото, което може би ще спаси нашето изкуство за следващите няколко месеца. Но колкото и да е трудно, ето вчера аз бях на един концерт в Софийска филхармония като зрител този път. Mm-hmm. Да, 30% беше публиката, да, но тя беше там, тя беше интелигентна, тя беше искаща, искаше да чуе това изкуство, което музикантите поднасят. Хората търсят, колкото и да е трудно, колкото и да намаляват възможностите да това да се случва, аз вярвам, че изкуството ще оцелее, защото хората не могат без това, както и ние не можем без да го правим. Я верю, что в такие времена возникает особенная чувствительность у музыкантов. Они ищут путей, по которым могут передать свое искусство людям, слушателям, зрителям. Естественно, для каждого музыканта важен зритель вживую. Ему важна реакция, ему важно, как воспринимается эта музыка. Но если за следующий месяц это станет невозможным, как мы уже играли онлайн, так и будем продолжать онлайн. Существуют концерты онлайн, мы их организуем, проводим. Вчера, например, я была зрителем уже вживую в зале филармонии Софийской. Да, было 30% публики, да, зал был не заполнен, но это были люди интеллигентные, это были люди, которые хотели услышать эту музыку, и они знали, зачем они пришли. То есть атмосфера была уникальной, и я верю, что музыка останется, она будет существовать даже при сложных условиях, просто все будут искать какой-то выход. Это совсем накратко, защото трябва и Валерия да се включи. Ами, аз как да кажа, че в никакъв случай не гледам много черногледно на ситуацията, която е в момента. Вярвам, че всичко ще бъде наред. Вярвам, че това е времено, което се случва. И лично за себе си исках да кажа, че използвах този период на карантината, когато ни бяха затворили вкъщи и да не излизаме. Използвах този период за самоподготовка, дори мога да кажа и за малко почивка, защото последните няколко години с Надя не спряхме да свириме и да пътуваме и да записваме. Така че смятам, че винаги може да се погледне от позитивната гледна точка, от позитивната страна. Я смотрю на все с оптимизмом, я верю, что это временные меры, что все закончится. Для себя, про себя могу сказать, что этот период, когда мы все сидели в карантине, все было закрыто, я использовала для самоподготовки, честно говоря, для отдыха, потому что мы с Надеждой столько ездили, что у меня просто не оставалось время восстанавливать силы. Поэтому во всем надо находить какую-то положительную сторону. Валерия, я бы хотела, чтобы вы очень коротко немножко дополнили уже с русской стороны, потому что наши обе музыканта не только не говорят по-русски, но реально, хотя они очень много выступали, концертировали индивидуально и дуэтами в Европе, в Китае, в Японии, они только в марте, я надеюсь, встретятся вживую впервые с русской аудиторией. Но русская аудитория знает болгарских композиторов. Может быть, вы коротко как-то не только о Казандживе, например, что-то дополнит, как его воспринимают в России. Хочу прежде всего... Вы меня слышите? Да, очень хорошо. Я хочу прежде всего поздравить замечательных музыкантов. Я прослушала уже заранее концерт и совершенно потрясена и рада. Тем более, что я не только искусствовед, я пианистка, я закончила музыкальную академию, и мое концертирование происходило именно для трубы и фортепиано. На протяжении многих лет я играла с солистом Большого театра Сергеем Зверкиным, который еще и мой супруг. Так что у нас был дуэт очень длительный. Я очень хорошо знаю инструменты, очень хорошо знаю репертуар. Вы совершенно замечательно играете, я просто восхищена. Но должна сказать, что я восхищена этими личностями, что самое разное время, вот трудности. Вот музыканты, они никогда не пропадают. Я очень поддерживаю вас во всех ваших начинаниях. И могла бы еще мне много хотелось бы задать вопросов, но мы ограничены. Мне очень понравилось исполнение Шостаковича, Ионеску и особенно Казанджива. Это все музыка 20 века, это все классики. И, конечно, Казанджиев – это классик 20 века, хотя, слава богу, он жив-здоров, и дай ему бог здоровья и дальше работать. Я очень хорошо знаю его музыку, я с ним лично знакома была, много раз
мы с ним беседовали. Это, вам удалось вот Надежде передать ту энергию, а «Токката» — это 57-го года, 1957 года. У вас еще никого не было на свете. И это была молодая энергия, которая просто била ключом из этого композитора, и у него огромное количество произведений. Это одна маленькая искорка была его творчества, то, что вы сыграли, и то, что мы сегодня услышим. Я хочу сказать в целом, он, кстати, ученик Владигерова, это, так сказать, вот такая традиция, очень высокая традиция. Владигеров был очень признан в Европе, и Казанджиев тоже. Его произведения исполнялись, и исполнялись в России, особенно в Советском Союзе, особенно в 60-е, 70-е годы. И я очень рада, что продолжение традиции, встреча с молодыми, но они уже теперь маститые музыканты, конечно. Я помню еще Георгия Арнаудова совсем молодым. Это замечательный композитор. И вот сейчас я пишу его творчество, потому что это действительно достойно, интересно. И музыка в 21 веке развивается, и особенно болгарская. Я хочу сказать, конечно, и о Драгомире Иосифове. Я имела счастье тоже быть с ним знакомым. Он сюда приезжал. И я надеюсь, что мы еще будем их всех видеть. Это чем отличается эта музыка? Она разнообразная, там очень насыщенные образы, она очень выразительная, тембральная. Это одно из характерных черт, кстати говоря, болгарской музыки. Это очень ярко проявилось у Казанджиева, потому что тембровые краски, вот это удивительное совершенно. Этим они, может быть, болгары выделяются вообще среди европейской музыки, потому что очень ярко. Вот. И это свойственно и молодым. Должна сказать, что очень много идей, философские идеи, мистические идеи есть и у Арнаудова. Очень интересные соотношения тембров, конечно, есть у Иосифова. И я хотела бы сказать, что, возвращаясь опять же к болгарской музыке, у вас есть блестящие классики. Это не только Казанджиев, это вот его поколение было более молодое. Это Константин Ильи. Мне кажется, у него есть сочинение для трубы и фортепиано. Если я помню. Мне кажется, я специально не смотрела его каталог, но мне кажется, у него есть. Конечно, блестящий совершенно Лазар Николов. Это действительно новатор в то время болгарской музыки. Сейчас уже болгарская музыка уже совершенно, так сказать, она охватывает весь мир, она глобальна, и глобальные идеи музыкальные. Так что я от всей души поздравляю вас, с удовольствием еще раз все прослушаю. Мне очень понравилось, вы так передали вот эту молодую энергию Шостаковича, а это 33-й год, этот концерт написан очень давно, но молодым человеком. И Казанджиев тоже был молодым человеком, в 57-м году ему было 23 года. И вы это передали, и вот вы сами прекрасные молодые. Я хочу сказать, что музыка, она не уходит, она сохраняет эту энергию. И именно исполнители расшифровывают ее, раскрывают, понимаете, эти коды. И мы вам очень благодарны. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, большое спасибо. Конечно, настолько интересные сегодня у нас гости Надежда Цанова и Петр Македонский. И столько вопросов интересных можно было бы им задать об их творчестве. Спасибо огромное Валерия Федотова за такую интересную предысторию классической музыки и рецензию к тому концерту, который мы с вами сейчас буквально через несколько секунд услышим. Большое спасибо Марии Ширяевой за прекрасный профессиональный перевод и, конечно, Майе Проматаровой за подготовку этого удивительного мероприятия. Дорогие друзья, сейчас внимание на экран. Вместо наших музыкантов будет говорить их музыка. Поздравляем всех и желаем хорошего просмотра.
Thank you.